67 лет со дня одной из самых страшных трагедий в истории человечества. В Нагасаки вспоминают жертв ядерной бомбардировки 1945 года. Сегодня японское правительство призывает мир не только к разоружению, но и к переходу на возобновляемые источники энергии. Подробности у Инги Мурадовой. Фигура сидящего мужчины с поднятой вверх правой рукой символизирует мир и прощение. Этот памятник жертвам атомной бомбардировки установлен в Нагасаки на месте эпицентра взрыва. События меркнут в человеческой памяти. Надеюсь, в такие места будет приходить все больше людей. Об этой трагедии забывать нельзя. Богослужение началось сегодня на рассвете. Жители трагически известного японского порта вспоминают жертв бомбардировки 1945 года. Надеюсь, Япония будет первой и последней жертвой атомной бомбы. Если человечество не поменяет мышление, эта трагедия никогда не закончится. 9 августа 1945 года в 11:02 американский самолет сбросил атомную бомбу «Толстяк». Бомба взорвалась высоко над промышленной долиной Нагасаки, почти на полпути между сталелитейными и оружейными производствами «Митсубиси» к югу и торпедным заводом «Митсубиси Ураками» к северу. Это была вторая после Хиросимы ядерная атака на Японию. Погибли 74 тысячи человек, около 51 тысячи зданий были разрушены. Но список жертв катастрофы продолжал пополняться. Сейчас в нем 152 тысячи. Люди умирали от лучевой болезни. 67-я годовщина атомной бомбардировки Нагасаки. Тысячи людей под звуки поминального колокола склонили головы. Минута молчания. Бумажные журавлики – символ мира, памяти и надежды. Такое не должно повториться. Необходимо выработать новую энергетическую политику и избавить общество от страха перед радиацией. Мир должен отказаться от ядерной энергетики. Не владеть ядерным оружием, не производить и не ввозить его на свою территорию – три безъядерных принципа Японии. А после событий 2011 года, аварии на АЭС Фукусима-1, еще одного ядерного удара по стране, японское правительство призывает не только к мировому ядерному разоружению, но и переходу на возобновляемые источники энергии. День за днем мы будем предпринимать все необходимое для того, чтобы вернуться к привычному образу жизни. На сегодняшний день наш приоритет – урегулирование энергетической политики, снижение зависимости страны от ядерной энергетики и, как результат, полный отказ от нее. От намерений к делу японские власти перешли в марте этого года. Была закрыта предпоследняя атомная станция. Всего их в Японии было 54. Реакторы были заглушены по настойчивому требованию местных жителей. Однако в середине апреля правительство идет на попятную. Впервые после аварии 2011-го было решено перезапустить два энергоблока станции ОИ в провинции Фукуй. Акции протеста не подействовали. До 2011-го около трети всей электроэнергии в Японии вырабатывалась на атомных электростанциях. Теперь, в связи с ее нехваткой, в стране восходящего солнца резко вырос импорт ископаемых видов топлива. Инга Мурадова, канал ПИК.